Всем привет! Сегодня мы с вами снова будем распаковывать посылочку с сайта Мыло Опт. Ну, точнее, я ее уже распаковала, проверила. И сейчас покажу вам, что я заказала в очередной раз. Начнем с самого маленького. Это вот такие вот тарталеточки, которые я делаю пралин для ванны. Сухоцвет бессмертника. Они очень прикольно выглядят. Я буду их использовать также для декора пралины для ванны. Маленькие пакетики с клейкой лентой, они мне очень понравились, я придумала, как их использовать, и теперь, в общем, это постоянно в моем заказе. Бронзовый перламутр мой закончился, пришлось немножко заказать еще. Лимонная кислота, чтобы мне было мало, сразу 3 килограмма. Нужно для бомбочек. 3 килограмм хватит где-то на 60 бомбочек. На пару недель мне хватит. Это у нас такое ведерко, масло ши. Оно вот такое вот выглядит как паста. Тоже это как основа для пралины, для ванны. Сухое молоко. Использую в пралины и в бомбочки. Это 1,5%, и я еще в другом месте покупаю 26%. Ну, так как на Мыло Опт, к сожалению, такой жирности молока нет. Иногда нужно пожирнее. И последнее. Это у нас масло какао. Оно вот такое вот твердое, слегка рассыпчатое. Тоже отлично подходит для пралины для ванны. Можно также использовать для бомбочек, скрабов, в общем, как ваша душа пожелает. В общем, в этот раз не так много по количеству, точнее, не так много по количеству позиций, как большие объемы. Но в следующий раз, думаю, будет что-то более интересное. Вот, а на сегодня на этом все. Спасибо, что уделили время. И ждите новых видео.